Сань, ты тут? Да. Спрашивают, ты видел, что тебя Неймар поздравил под последней фоткой? Да. Нет, я не видел. Написал типа что-то? Да. Говорят, что написал под последней фоткой тебе. Не, не видел. Человек скажет, да пошел он. За что Неймар это? А ты Зеленского видел поздравление? Да, последнее, новое. Да. Да, да. Ты же знаешь, это фейк? Что? Ты про фотографию просто? Да, что он фотку вашу запостил. Не, я про фотографию. Хочешь, я тебе покажу? Покажи. Что я говорю. Можешь на громкую связь сразу включить, чтобы микрофон слышно было? Давай. Держи. Это очень смешно. І щойно з'явилося звернення президента України Володимира Зеленського. Пропонуємо вам його повну версію. Совсім недавно наші парні виграли. Пакет з гумом 1 мільйон доларів. Після чого я теж хочу навчитися стріляти. Саша Костелєв, научи мене. Це все і свою психіку надміру не переживайте. Наразі це все. Дякую, що ви були з нами. А где это ты это нашел вообще? Ой, фу, это, не знаю, мне скинули, Леха и Альберт скинули, это чувак, у которого голос похожий, как у Зеленского. А ты бы рубанул с ним, слышишь, двоечки? Что-что? Рубанул бы двоечки с Зеленским. Какие двоечки? Ну эти, напарники. Конечно. Прикинь, реально. Опа. Чисто легендарный стрим.